Для привития жителям района экологической культуры в Видном прошла очередная акция по раздельному сбору мусора. Ее инициатор Венера Тарасюк на протяжении 2 лет проводит на территории Ленинского района экологические акции по сбору мусора, привлекая внимание жителей к решению проблемы чистоты и порядка в городе. Многие считают, что кто-то что-то за них сделает, поэтому та политика, которая сейчас вот проходит у нас, поставили контейнеры, еще не скоро приживется, потому что с людьми надо работать. Людям необходима еще информация, полная информация о том, что куда вывозится, кем вывозится, где перерабатывается. Напомню, что с 1 января 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. В Ленинском районе уже заменили старые контейнеры на новые на 50 площадках. Теперь жители должны выбрасывать мусор в 2 разных бака. В синий – чистые отходы, то есть пластик, металл, макулатуру, стекло, и в серый – грязные отходы. Осознанный переход на раздельный сбор мусора позволит не только улучшить экологию, но и сохранить часть природных ресурсов. С каждым разом людей, готовых помогать окружающей среде, становится больше. А некоторые, как, например, Александра Мишугина, даже решили стать волонтерами. Мы делаем хорошо не только потому, что мы собираем отходы, но еще потому, что мы рассказываем людям о том, что это нужно делать, о том, что это не мусор, а ресурс. Мне это очень важно самой, потому что мне хочется думать, что мы можем что-то сделать для природы и для этого мира хорошее. Сделать что-то хорошее для природы просто. Стоит лишь, например, приучить себя и свою семью к раздельному сбору мусора. К концу года на территории Ленинского района 2-контейнерной системой будет оборудовано около 500 площадок.